Все. Накидали полную лодку всякого нужного. Сейчас ждем Яну. Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Да. Сегодня заезд у нас такой с очень нужными всякими нужными штуками для строительства, для того, для сего. И скоро уже пойдет шуга, уже скоро встанет лед, потому что уже до минус 7, днем плюс, а ночью минус 7, вот и так всяко-разно. Поэтому сегодня у нас вот такой заезд. Заедем обязательно к Тимофею. Друзья, поехали! Да? Ну некуда садить. Да. Ты вот раз не хочешь Жене отдать этот, который у нас на балконе валяется? Да некуда уже. Ну вот так вот его закинь. А мы его на снегоходе уже завезем. Какой снегоход? Мы его на снегоходе завезем. На снегоходе будет трудно его вести. На санях? Да ладно. Будешь наверху еще ехать. Это отдельное видео будет, как ты на матрасе будешь ехать. На снегоходе. Сейчас вот так покажу. Не-не, нормально. Все, сейчас Яна нас повезет. Ветрено на этом, на Вилюе вообще, смотри. И холодно, и ветрено. Ну чё, поедем? Привет. Привет, привет. Слушай, Эдди, чё там? Да? Везде ты знаешь все избушки служат. Ну всё, Ян, рванули мы. Да-да-да. Тимофею привет, ага. Передам. Если застанем, передадим. Шуга пойдет. Че, Женя, поехали? Еле-еле на глиссер вышли. Чуть ли на нас не залезли. Вообще жесть. Хорошо так нагрузились. Слушай, смотри, уже ручьи замерзли, да? И озера уже начали замерзать, да? Приятности маленькие. Винт загнули. Сейчас выровняем, попытаемся, назад поедем. Ого, загнули, нет. Нормально, нормально. Лечится. Но есть запасной, но за запасным лезть далеко. Поэтому этот сейчас равняем. Сейчас выровняем, поедем. Побольше камень бери. А? Побольше камень бери. Ну. Я сейчас так быстро. Все, отремонтировались. Сейчас попытаемся на глиссер опять выйти. Очень сложно. Обороты полные. На глиссер не выходит, блин. Нагрузились, что надо. Еще разок. Не можем выйти на глиссер.
все ручейки уже замерзли. Итак, уже начинается зима у нас, ребята. Да, большая лодка, конечно, хорошо, но это очень дорого, ребята. Еле-еле вышли. Капец. Этот заезд архи неудачный вышел. Видите, вот эта трещина. Вал загнулся. Вал кривой. Капец, я попал. Я не знаю, конечно, сколько это все стоит, но это будет до свидос, наверное. А Женька пока бутер таскает. Сейчас принесет топор. Будем выравнивать. Ну, всегда бывает такая история. Без приключений никогда не обходится. Друзья, все средства, которые пошли, ну, которые вы перевели на стриме, все пошли вот на эти заезды, на продукты и так далее, и так далее. Мы и Тимохи уже заезжали. Но я отдельно как бы это все дело делал. Ну, не знаю, продолжим видео. Все равно, спасибо огромное за переведенные деньги. Так, ну, расстроен, конечно, сильно. Я думаю, раз там болты есть, значит, можно это все дело будет поменять. Сколько обойдется? Ну, мотор 20-ка, я думаю, не очень дорого. Главное, до дома доковылять. Вот это вот. Негатив сам. Альма. Конечно. Выходи, давай здороваться будем. Иди сюда. Вон еще один. Где? Охотники подарили. Подарили? Да, с ним работает. Ванька тоже молодая. А как звать? Забыл. Ну ты его привязал, капец, как я не знаю, что. Ну, убежал, он веревку перегрызли. На веревке был. Капец. Как звать? Ты не знаю, я уже был. По-якутски как-то. У вас с этими собаками как, я не знаю, что. Нормально. О, еще и рычит. Конечно, еще прыгнет. Идем. Обалдеть. Ой, злой какой. Альма. Это у тебя такие друзья тут? Да. С ума сойти. А тебя не кусает ничего? Ага, не кусает. Вы к ним подойти, как тарелки дают. А, ничего себе. Я чего это за того, что это пацан, да? А? Пацан? Пацан? Да. Пацан. Ох, холодно. Ну-ка дай-ка. Сейчас вот этим делом. Видите, лед везде. Сейчас будем выравнивать. Хорошо загнули. Зараза. Короче, приняли решение ставить и ехать так. Так что я ставлю и еду в ужасе домой. Надеюсь, не разобьет до конца у меня путешествие. Ничего не повываливается. Ладно, вот такое вот и видео вышло. Такой вот заезд. Сейчас пойдем попьем чайку и я поеду. Посмотрю тут до Тимофея 7 километров. Если что, то, короче говоря,
Если что, загляну к нему. Хорош. Скажи, уже пузо. Пузо-то уже какое. Смотрите, какая шустрая. А? Очухалась. Совсем-совсем такое. Молодец. Скажи, у вас тут очень хорошо, да? Скажи, в тайге. Красота какая. Ой, смотрите, какая живая стала. Да. Все. На рыбке на свежей, да? Все как надо. Вон дорики, да? Да. Творим. Вот собака. Ехать не стал? Да нет, не стал, конечно. Давай, Жень. Сейчас посмотрим, что с этим. Тимоха тут нет. Альма, ты куда пошла уже? Ну все, Женька, давай. Ну все, давай, Жень. Смотри тут, не скучай, чтобы здоровье было. Постараюсь вал найти, еще к тебе приехать до Шуги. Постараюсь. Альма, ты че? В избушке-то тепло. Все, все, ага. Давай. Ой, телепает меня, а. Тимофея находится где-то вот там. Здесь такая коса небольшая. Здесь вот стоит лодка. Где искать Тимофея, непонятно. Но я сейчас пройдусь, посмотрю, где он. Тут, не тут. У меня сегодня очень неудачный, холодный и непонятный грузовой заезд. Где Тимоху искать? Вообще ума не приложу. Может, он тут сети где-то ставит? Что у него тут? Непонятно. Где он тут? Черт его знает. Ну, найду. Расскажу. Протока такая. Лодка стоит здесь. А, вот тропинка. Надо было здесь идти. Да, надо было тут идти, оказывается.
Нет, не здесь. И не здесь. Да. Очень непонятно. Да. Ну, а тут можно пешком перейти и, короче, и туда уйти. Да, дела. Вот так. Вот так. Ну вот так не получилось, короче, у меня в этот раз Тимофея найти. Закончу, наверное, видео и попрощаюсь с вами тогда, когда домой все-таки доберусь. Это будет вернее, потому что сейчас, в данный момент, я не знаю вообще, доберусь домой или не доберусь. Это будет прикол. Водку, короче, колбасит уже. Конкретно. Блин. Ну ничего. Ничего. Мне кажется, все будет хорошо. Хорошо, что без Яны поехал. Ей такие приключения обычно абсолютно не нравятся. Интересно. А, тут вот выход. Это тупик. Это льды так тут барагозят. По-страшному. Канавы такие роют. Иногда идешь и думаешь, такая штука, как будто бульдозером сняли. Ну, конечно, какой здесь бульдозер? Это все лед. Когда ехали сюда с Женькой, да? Я вот видел, лодка там стояла. Вот Тимофей сюда ее перетащил. И куда-то в неизвестном направлении. Абсолютно неизвестном направлении. Куда-то по этой косе ушел шал. Непонятно где. Может, это у него тут сети стоят, может, еще что-то. Ну вот, так получилось. Да. Вон моя лодка тут стоит. Ну, продолжим путешествие. Я приехал, сейчас буквально через минуту за мной Яна вернется. Завезли продукты Тимофею, завезли все, что надо
для стройки и для вот этого периода, когда пойдет шуга Женьки. Так что все в порядке, я добрался. Пока закажу редуктор, ну уже пошли там разводы, короче, разбил уже сальник. Слава богу, добрался. Лодку там вообще кошмарно так телепало. Ну ничего, думаю, все в порядке будет. Но пока я буду заказывать, пока он придет, и сейчас у нас дороги закроются, я думаю, я не успею к ним уже по воде приехать. Потому что уже и на озерах лед встает, и ручьи замерзли, вы сами видите. Ну, через 2-3 недели приеду к ним на новеньком снегоходе. Наверное, так. Посмотрим. А завтра меня ждет заезд по очень интересному маршруту. Все покажу вам, расскажу. Будет очень интересно. Друзья, до скорых встреч, увидимся. Главное, не болейте. До свидания.